Как получить грант и преобразить место, где ты живешь? В Поморье стартовала серия мастерских по разработке социальных проектов. Участвовать могут некоммерческие организации, ТОСы и просто активные жители. Успешные заявки для участия в третьем конкурсе губернаторских грантов участникам помогают подготовить сотрудники группы НКО «Гарант». Один из проектов – школа «Практикум» для детей по выживанию в экстремальных условиях. В деревне, когда летом ездят дети, да, они рядом с лесом, в деревне все, можем вот элементарно выйти на 100 метров отойти, если человек не умеет ориентироваться, да, у него ребенок не подготовлен, да, он может потеряться. В ближайшее время мастерские пройдут в Плесецке, Неандаме, Каргополе-Вельске и в Октябрьском, всего в 13 населенных пунктах Архангельской области. Этот цикл семинаров как раз ориентирован на то, чтобы люди, у которых есть интересные идеи, которые хотят что-то преобразовать в своих территориях, решить какую-то социальную задачу, воплотить какую-то мечту важную для жителей этой территории, чтобы они научились упаковывать свои идеи так в проект, чтобы этот проект стал победителем грантовых конкурсов. Архангельск хорошо пишет проекты, но я призываю районы, глубинку, поселения, которые нуждаются в решении своих социальных проблем, это реальный шанс изменить и своими руками улучшить жизнь свою и своего района. Заявки на третий конкурс грантов губернатора Архангельской области начнут принимать 20 марта.